So yesterday, in the previous practice, we worked with magnetic fields. На предыдущей практике мы работали с магнетическими полями. And from that, there's a crossroad. Ага, перекресток, да? Yeah. От этого есть перекресток к... Yes, we can go to healing with magnetic healing, magnetic fields. То есть мы двигаемся к излечению, так понимаю. Or we can go to search for more joy. А, то есть это перекресток между идти к, ну, в сторону лечения или в сторону радости, удовольствия. But sometimes it's combined. А иногда это пересекается, ну, как бы сочетается. When you do tantra for joy, sometimes you get a very big healing. А, да, то есть иногда, когда вы делаете тантру для удовольствия, это хорошо влияет на здоровье. Or when you heal, sometimes you get a very bliss state. Да, и наоборот, когда вы делаете это для здоровья, вы испытываете блаженное состояние. Ну, то есть... Вопрос, а есть медицинская тантра, есть для удовольствия, да, или как? Ну, есть две дороги, two roads, yes? Two roads, ну, как бы две дороги, можно и так, иногда они комбинируются хорошо. And last time I explained you the different energies, like chemical energy, electrical, and magnetic, and light. Да, в прошлый раз Габр рассказывал нам о разных видах энергии, да, химической энергии, магнетической энергии, электрической, магнетической и, ну, божественный, да, свет. And tantra is to combine, to interact with these energies, two people. And first polarization is from the sky and the earth. Да, тантра получается, что, ну, как бы соединяет, комбинирует все эти виды энергии, и первое идет с, ну, самое светлое с неба и до земли. То есть соединяет их вертикал, вертикально. And that's magnetic. But in tantra we use magnet and then we turn the magnet to horizontal and we play with each other. Ага, а тантра еще это как бы между людьми, когда мы берем эту энергию магнетическую, да, поворачиваем и начинаем играть между друг другом, ну, между людьми. And Shiva Shakti, like, horizontal. Yes, like. Да, Shiva. So not only connecting Shiva and Shakti up and down, but we find Shiva and Shakti in each other. Да, то есть мы берем не только энергию, ну, как бы из неба и земли, но мы поворачивая берем Шиву и Шакти друг из друга. And in tantra the chakras has not only qualities, but in every chakra lives archetype. То есть каждая чакра имеет архетип. Each chakras архетип. And archetypes can connect. А, и эти архетипы, ну, как бы соединяются. And the first chakra is mother and father. А, первая чакра папа и мама. Ну, самая нижняя, да, low level. This is also woman and man meeting. Ну, да, как мужчина и женщина встречаются. The second chakra is lover. Вторая чакра – это любовь. Like lovers are meeting. Ну, как любовники встречаются, lovers. This is about becoming one. Like loving each other, wanting each other. А, ну, то есть это желание, когда люди хотят друг друга. Вожделение. Да, вожделение, wanting. The third chakra is hero. А, hero, like hero. Yes, hero. То есть это такое геройство, да, yes. Это? Like it's also in the movies, you see it many times, that the hero is fighting for the women, or the hero is doing something, and then she gets the woman after she's a hero. Да, получается, что мы, ну, можем часто это наблюдать, когда герой должен сражаться, что-то делать такое, да, и вернуться к своей женщине, ну, как герой. So это вот третья чакра. The fourth chakra is romantic. Ну, романтика, да. Romantic. Четвертая чакра. And we look at the sea and we feel each other. We walk hand in hand, no talking. То есть мы чувствуем друг друга, можем смотреть на море, гулять вместе, держаться за руку, без разговора мы чувствуем вот эту романтическую волну.
This is the romantic lover. This lover. This lover is very interesting. That's a queen and king. А король, королева на этом уровне. So when we have something together, like house, we have business or family together, and we are king and queen, and we do it together. We rule. Ага, ну то есть это очень нечто интересное, когда вдвоем там, мы строим дом или делаем бизнес, или еще какое-то дело, мы чувствуем себя как король и королева. Cooperation вот. In some, to build, to create something. Да, то есть возможность... Cooperation in creation. Да, создавать что-то, придумывать, yes. Да, креативная энергия. Yes. Да. Making together. Yeah, yes. Да, делать что-то вместе. So right level, this is initiation. Инициация. It's not easy to understand. This is like when I give you some experience you don't know before. Ага, это как такая инициация, то есть когда кто-то дает опыт, который раньше вы не знали. You never try. Мы никогда не трогали, не пробовали. Гранат сок. Да, гранатовый сок, да. I try, I give you, and this is initiation for you. Ага, это инициация для меня, если я его не пробовала, но первый раз что-то. Да, да, первый раз. This is initiation level. And these archetypes to connect. То есть это архетипы для соединения. Every archetype connect in a different way. А, и каждый архетип соединяется разным образом, разным путем. But all archetype has polarization when men and women, and they different. Каждый из них имеет свою поляризацию, поляризацию, да, и у мужчин и женщин это разное. And the last archetype is independent. И последний архетип это независимость. This is not connecting. Оно не соединяется. It's separate, this, yes. It's separate. Each person. Yeah, this is like we together, but you read a book, I read a book, and we are in the same room. Okay, okay. Everybody enjoying ourselves, but we are in the same space. Да, но give это space. Да. To the other person. Is her things to do. Это независимость очень важный момент, даже когда вы вместе, но каждый читает свою книгу, да? Вы вроде бы в одном пространстве, но вы между собой имеете расстояние, это важно чувствовать, ну, каждому человеку. Она седьмая, да? Да, она никогда не соединяется, это, ну, твое личное, независимое пространство. Remain in your own energy. Remain. What is remain? You stay in your own energy. Ну, то есть, да, ты находишься в своей энергии, у собственной. But you also you are there, just to be ready. If something goes, I help. But if everything is okay, I stay. Да, ну то есть я нахожусь в своей энергии, но я готова. Если что-то произойдет, я соединюсь. Но если это не происходит, нам комфортно, ну, как бы каждому в своей энергии отдельно. I give you freedom for your personal freedom. This is personal freedom. Да, то есть он дает, ну как бы другому человеку, там своей паре вот эту персональную свободу. Это очень важно. Ну вот она идет отсюда, персональная свобода. And when we are in a relationship, all these archetypes are working. Когда вы находитесь, ну, в отношениях, все эти архетипы работают. Like for example, if you are in a relationship, you cook for me, then mother is connecting with the father, because it's something to give, to feed earth chakra. Ну, как один из примеров, это когда, допустим, один готовит для другого, он дает ему энергию, ну, как бы мамы, заботы, да, а тот ему возвращает что-то другое. Ну, то есть... Or you have to put things in the... before travel, put together, same. Да, ну, или когда вы собираете там вещи, это путешествие, это тоже проявление, ну, как бы заботы. The second chakra is to make love. Ну, вторая это для любви, да, делать любовь, make love, понимаете? But this, да. This sex, but sexual in general, it's a very short time when people having sex, usually 10-15 minutes. Да, но время для секса оно всегда короткое, ну как бы, ну сколько там 10-15 минут условно. Average. В среднем. Because in tantra, да.
in tantra. This is statistic. Статистика. Статистик. Пап минус. The reason for that, that they only stay in the second chakra. In tantra you go through all. А, ну, а тантра проходит через все чакры, поэтому, а секс это всего лишь одна и короткое время. Вот разница между сексом и тантрой. Because it's like when you swim, you swim like this, you get tired, you change. Да, да, да. You change to another swim, you get tired, you change to another swim. It's like that. When you together. This is tantra. In tantra you always change to. Да, но это как в жизни. Допустим, когда вы плывете там, одним типом, устаете, потом меняете, да, потом по-другому. То есть так же в тантре, когда вы используете что-то одно, потом переходите на другое, на третье и так далее. Ну, то есть это очень moving, да? Yeah, moving. Очень подвижное. So this is in, in tantra you use all the chakras. Ну, то есть в тантре можно использовать все чакры. In normal life, usually you have a situation, and for the situation you choose one archetype, and you use that. Обычно в ситуации, когда вы, ну, то есть что-то происходит, вы можете выбирать, какую чакру использовать. То есть это my choice. Yes. Это наш выбор. Yes. And in tantra, we try to use, if we are together, we not only simply make sexual, but we also use other chakras. We also romantic. We also we feel like heroes because we do something together. То есть в тантре, king and queen, because there's respect in the other one. Да, в тантре как бы используются разные, ну вот чакры, разные архетипы. Мы можем себя чувствовать как, ну, сексуальной энергией, да, когда мы занимаемся любовью, а можем себя чувствовать героями, делая что-то, можем чувствовать себя королем, королевой, да, находясь, ну, создавая какое-то пространство, что-то придумывая. То есть и ну, двигаться по разным уровням, находясь вместе именно, соединяясь друг с другом. And even in many cases people do sex from the first chakra, not even the second. То есть how much most of people because I give you pleasure. That's not second chakra, this is first chakra. I feed you with energy. Like a food. Да, большинство людей, как бы занимаясь сексом, используют первую чакру, через первую чакру дают удовольствие, как бы, ну, дают энергию, кормят энергией на самом простом, ну, базовом уровне. Give pleasure. Да, ну, давая удовольствие. Second chakra is create pleasure together. А, вторая чакра, когда вы уже создаете друг другу удовольствие, да, more it's pleasure. Even, yes, and it's even different, because we create pleasure, not give. Да, вы не просто даете, да, как на первой чакре, а вы создаете что-то новое, да, находясь вместе. Аж мурашки. Окей. And in tantra we try to move sexual energy up. Да, из тантры мы как бы делаем все для того, чтобы поднимать эту энергию вверх. In circle. А, и делать цикл, замыкать. Ну, то есть. And it goes up, and then we start. Ага. Мы стартуем как бы снизу вверх и замыкаем круг, и в общем. Yes. Либо зависаем на какой-то чакре, да? Sometimes it happens and we stop on the one chakra and blocked or not. Yes, yes, sure. Бывает. So, but we use these magnetic rings. Ага, мы используем эти магнетические круги, которые вот, ну, ты показывал, помнишь, такой вот so круг. So we help each other with the block. Ну, может быть, блок. Yes. How it's clean or delete? Yes, I will show you. There's a special energy in tantra. Это специальная энергия в тантре, чтобы чистить круги. And this is a vibration, pulse. Ага, вибрация пульсом, да. Можно этот блок убрать. So it's you can for pulsing the magnetic, you need photon. You need the photon into the magnetic field. Because magnetic field is wave. For activate, yes. A magnetic field is from the earth.
да, магнетическая идет из земли, мы нуждаемся в фотоне, да, который приходит, ну, как бы сверху. If magnetic field and photon together, да, когда магнетическое поле и фотон соединяются, then you get pulse. Мы, ну как бы вот этот пульс, ну как бы получается, ну, вибрация. Сколько магнетическое так идет, фотон приходит. Мы эту вибрацию и вместе с ней начинаем там. Yeah, the vibration is like this. The magnet is like this. Turn. Uh-huh. We go like this. Uh-huh. Waves. This is spiral. Это магнетическая энергия. Угу. Yeah. Волны или спираль. И фотон. Together with photon, you... А фотон делает, ну, вот такое and движение, вибрация. Uh-huh. Uh-huh. Мы используем эти, ну, как паузы. Паузы, да? Да. And when you get the pause, you get very hot. А, и становится очень жарко. Когда вы получаете вот этот как бы пульсы, становится жарко. Uh-huh. But to practice tantra it takes time to clear. Заниматься тантрой, ну как бы занимает какое-то время, чтобы почистить тело. You start the pulse, do the pulse, and maybe one day it goes only this. А, то есть делая пульс, это ну поднимется всего лишь на высоту ноги в какой-то день, и потом постепенно будет подниматься. То есть вот этот пульс с down from up, yes? You can, when how you do it. Uh-huh. Like for example, if it comes from here, maybe in one day it only clears. Угу. То есть это зависит от того, как это идет. Может, в какой-то день вы почистите только эту часть. Ну, как бы пройдет. When you don't know the pulse, you are like a stone inside. This energy body is blocked everything. When it's blocked, it's like in the water pipe. You get inside the lime. Ага, ну то есть получается, что тело, если нет этого пульса, да, если он не проходит, то тело как камень, и это можно представить как вода в трубе, да, которая, ну как бы стоит и, ну, not moving, да, without moving. Without moving. And, да, без and движения. And when you get this calcination, the cube becomes little. И труб, ну как бы эти каналы, трубы становятся, ну, меньше. Что они... And when you start with the pulse, it starts to break. И когда вы, ну, даете эту пульсацию, то это, ну, как бы ломается, разрушается. And also you feel an interesting pain. It's not pain, but it's like pain. It's not то physical pain. Это, ну, как бы так очень интересно. Это like... не прямо боль, как бы, но это такая очень какая-то своеобразная боль. Фантом. Как фантомные phantom боли, pain. Да, потому phantom что разрушается pain. Вот, ну, как бы то, что было статичным, то, что, ну, как бы не давало прохода энергии. Вибрации. So first, when you get this pulse, you don't feel pleasure immediately. Да, то есть вначале, когда вы используете этот пульс, у вас не будет удовольствия сразу, ну, как бы, чтобы вы были готовы. First you feel like earth moving, like... Да, вас будет немножко, ну, как бы двигать, крутить, то есть это не удовольствие. And then when your body cleared, and then you start to enjoy it. Да, и как только ваше тело очистится, тогда вы уже начнете получать удовольствие, ну, как бы двигаясь в этом пульсе. And this pulse can give you an energy orgasm. Этот пульс даст вам энергетический оргазм. But this is whole body. Для всего тела. It's not not sexual organs. Да, it's every cell. Каждая клетка будет испытывать оргазм. Сегодня? Today? Now, immediately, да? Сегодня может подойти только до колен. Пятка! Only feet. О, молодец! Супер! Супер! Раз только руками отразмирует. Всем поздоровался. So this is like this. First, we will do a little bit clearing of the chakras with magnet. Да. So it's not really clearing, it's more like inspiring the archetypes.
Сегодня мы начнем как бы чистить, но не совсем чистить, а как бы давать инспирацию каждому архетипу, да, каждой чакре. И потом можем самостоятельно делать, да? After we can do it yourself, ну как бы, or we need to do it in the pairs. It depends how strong magnet you can make yourself. Это зависит от того, насколько сильную магнетическую энергию ты можешь делать сам. То что for tantra we need the magnetic energy. Yes. То есть для тантры мы нужны, чтобы стартовать тантру, нужно много магнетической энергии. То, что мы делали на предыдущих двух занятиях. Magnetic energy is like a starter for tantra. Да, магнетическая энергия это как стартер, ну для тантры, когда мы заводим машину, да, вот чтобы запустить, да. But it's not tantra. Mm-hmm. But many people learn tantra for 6, 7 years, 8 years, and they don't get. Да, то есть многие люди учат 7-10 лет тантру, и ну когда 70. Они 7-10, но 7-10. I know many people. Да, но они не могут ну ее ощутить. And I'm very good with magnet, and when I meet with some tantric people, they say, how you do this? We practice how? For yoga, only yoga. Tantra yoga 6 years, 7 years, and we cannot do. Да, и когда Габар встречает людей, которые занимаются йогой, тантрой, и они видят, что делает Габар, они говорят, как ты можешь это делать? Мы учимся столько лет, у нас не получается, а ты это делаешь. Because magnetic energy. Because magnetic. Потому что магнетическая энергия запускает это. И имея ее, ну как бы все остальное, ну, проще. For me, tantra is new. А, для Габар тантра вообще это новое что-то. Only how long time you? Years. Всего лишь 2 года. And I started because when I was healing with magnetic field. Ага, как когда Габар лечит магнетическими полями. And sometimes people have orgasm when I do healing. А иногда люди испытывают оргазм, когда он ну делает лечение. And I say. Мистейк. Да, да, да. Овербукинг. Овербукинг Габр. Вчера ходила Габру на массаж, дала оргазм. Пропишите мне, пожалуйста, 8 сеансов. Оргазма. But sometimes completely not, so I didn't understand. Иногда есть, иногда нет, и Габр ну не мог понять, почему. So then I started to learn about tantra, and then I started to understand these pulses that I didn't know I was doing pulse. И только тогда Габр начал понимать, ну что делает пульс, да, что дает пульсация, которую использует Габр. And now I know the difference. Да, и теперь, ну, как бы Габр знает разницу, ну, различие. It's with the photons. С использованием фотонов. Yes, yes. And I realized when I do meditation with my soul, and after I heal, then I get this effect. But before I didn't know. Сейчас Габр понял, что когда он делает медитацию, используя, ну, как бы свет фотонов, и потом, производя лечение, он видит разницу. Ну, что это more clear, more stronger, yes? More helpful. Это более сильный эффект. What we will do? Что мы будем делать? We will do the eights. Будем делать восьмерки вокруг каждой чакры. But we help each other with pistol. With this... Okay, I will show the exercise, okay, but we do the number eights. So it's like these eights, not the vertical, okay, but the horizontal. Горизонтальные восьмерки, да, и мы будем делать пистолеты, а Габр покажет точки, и делать, ну, как бы, делать восьмерки и подсоединяться пистолетами к телу друг друга. And I also show that the most important connection is from, we have to bring up the sexual, because the magnetic center is only 3. Chakra is 7, but magnetic center is only 3 center. Да, то есть чакра 7, а магнетических центров всего лишь 3. И что мы будем делать? It's big. И магнетический центр, ну, большой, захватывает several chakras, yeah? Each center. Yes. 3 centers. Да. And in tantra we have to make circle. Будем делать круг. Yes.
Man has to learn to open here. Мужчина должен научиться открывать эту часть. Мужчина? Сердце. Special for men. Special for men. Да, особенно для мужчин. Yes. And woman's sexual energy comes up. Ага. And comes here. Ага, а женщина goes down. Должны поднимать, mm. отдавать мужчине в сердце, а and, мужчина где-то вниз. Woman start. Женщина начинает, да? Because man start from here is like animal. So have to make it soft. So woman comes up here, and you go down, so the animal becomes inside. This is animal part. Ну, часть животного. А, становится добрее, да? Становится, ну, как бы, то есть животное становится добрее from heart, yes? From heart, ну, как бы от сердечной энергии. Yes. Because usually what is, what makes problem in sexual, that man starts from here, and sometimes woman afraid. Да, то есть проблема... And not open, да, because this is too quick. Да, проблема бывает в основном в том, что мужчина стартует с животной энергии очень быстро, и женщина не успевает открыться, ну, как бы ее это пугает. And then it comes back and goes up to the head, and men become angry. А, и мужчина становится злой, потому что возвращаем ему обратно. Goes and goes up. Ну да, бьет в голову. And then you get... So the best that she start. Лучше всего, ну как бы стартовать женщине, да, отдавать в сердце. Goes down, and then I go, and we go the circle. Ага. And потом делаем круг. And if we want to involve the higher, so we make love, but we want to involve the higher forces. Если вы хотите привлечь более высокие энергии, силы, более высокие силы, then we have to lose the heart, lose the head. Вы должны потерять голову. So then... Потерять голову. Включить голову. Выключить голову. Switch off. А где кнопочка? Where is the... So in the head you became like... В голове, да, будете себя чувствовать, как будто бы, ну, головокружение, дизиз. So this is important to come from the head down. For men is very important, because head, for men, head can become electric. Для мужчин очень важно из головы опуститься вниз, потому что голова имеет электричество очень сильное, ну, как бы электрическое поле. And then... Then they cannot allow the light to come in because too much electricity. Да, и из-за этого мужчинам сложно пустить свет в голову, потому что очень много электрической энергии. So the good that you have electric here. Лучше всего, когда вы электрику спускаете вниз, ну и держите ее в magnetic here. Да, магнетический центр сердца. And only light head. И только светлая голова, да, легкая светлая голова. If a magnet is in the head, you become very creative, you think, this position, change. Ну да, если магнетическая энергия поднимается в голову, вы очень креативны. Ну, то есть вы очень пытаетесь то так, то эдак, да. We play games, вы играете игры. Put this clothes on, we play that with some costume, with some... А, ну вы одеваете какие-то костюмы, что-то такое придумываете, очень this креативно. Magnet in the head. Это тогда, когда магнетизм находится в голове, но лучше, чтобы он находился там, best place for magnetic. Да, лучше здесь. In Tantra, we keep electric here, magnet here, and when we make circle, electric is can create strong magnet. То есть электрическое поле, двигаясь, помогает создавать сильное магнетическое поле. And when it goes down, when you do this, and it, magnet can connect. And when it goes down, когда это идет вниз, also magnet can create electric, like dynamo. Dynamo. А, динамо, да. И, соответственно, когда идет вниз, то магнетическая энергия помогает создавать электрическую, как динамо.
So it's like a perpetuum mobile. It's like going. А, это то есть как, ну, не знаю, там система этот вот, двигатели, да, в That's электрическом автомобиле. When you learn this in tantra, you can you start to be together, make love, and then it can 10 hours, 20 hours. You don't need to sleep, no eating. Not 10 minutes. Fritz, not 10 minutes. Because it becomes like. Самозаводящиеся, like да. То есть, magnet, если electric. Вы соединяетесь вдвоем, то вы можете быть, ну, как бы вместе, занимаясь, там, не знаю, любовью, 10, 12, 20 часов, вы не хотите есть, не хотите пить, то есть, потому что вы сами самозаводящиеся, два вида энергии, магнетическая и электрическая. And because in the head you are light, you're not thinking. А, и в голове у вас только свет, вы не думаете. Then no talking. Не говорите. Uh-huh. And, Because the brain can use a lot of energy. Ah, can't use. Can use. Ah, it can. Consumes. Ага, и мозг может использовать много энергии. A lot of energy because it generate electric magnetic energy. Yes, but if your brain is uh-huh. not off, stand by. Uh-huh. The brain is only like so good. Ага. Uh-huh. Then it's light. Ага, ага. Okay, so your brain normally. Okay. Every energy in your body, 90% used up by the brain. The brain is the most hungry. 90, да, ну то есть 90% найти, yes? 90% использует мозг. Мозг наиболее, ну как бы, не знаю, энергозатратный. Он берет на себя 90% всей энергии для думания. И когда вы switch off, когда мы отключаем голову, то... And we just have the in the head the light. Вот, ну, как бы имеем только свет в голове. So it's no time. In head no time. А, и теряется время. No time. Uh-huh. And that's why you can do this. So it's uh-huh. only light here, no magnet, nothing. So it's да. Not you are just like. Uh-huh. And then you do the circles. Okay. Ну, то есть вы делаете этот круг, да, подзаряжаетесь энергией, а голова его не забирает ее, потому что она испытывает свет. Нет мыслей. This is theory. This is теория. Слышал, да? Да, слышал. Слышал, я тоже слышал. Да. А кто-то не только слышал. Когда включается включение, включается голова. Игорёхов он наверняка знает. I've seen some in Malta. There are some tantric temples. Он видел, Габар видел на Мальте храмы тантры. And there. All statues have no head. А, все статуи без головы. Кто? Статуи без головы. Статуи в храме на Мальте, тантрические храмы. А почему без головы? Мы только что объяснили, что в тантре голова не нужна, потому что мозг забирает 90% энергии. А когда мужчина и женщина запускают этот круг, питают магнетическую, электрическую энергию, электрическую, магнетическую и так далее, голова отключается и не забирает на себя. Поэтому легкая голова, а тут идет самоспроводящийся круг like, энергии. Like the head is in samadhi. Самадхи, да. This is magnet, this is electric. Ну, so you can be physically active, you feel love, but your head is in samadhi, in cosmos. Да, ну, so this is tantric state. Состояние тантры, да, идеально. Нормально, да, нормально. Good, but you can when you alone, you can't to do like this. You need only opposites, woman and man. You can do meditation. Я спросила, может ли человек один или он должен иметь, ну, партнера для этого? Mm-hmm. Можно делать медитацию. But then. You ask Shakti from the ground uh-huh. to meet Shiva in your heart. А, ты спрашиваешь Шакти с земли соединиться с Шивой, но в твоем сердце. Ты должен как бы запрашивать, ну как бы two type of energy. Yeah. So connecting. You are just witness. So а, ты только love. Проводник. Да, они делают любовь внутри And тебя. You are witness. Да, ты проводник. Окей. Okay. That's all. Да. Спасибо, да. Зашло. Практика.
practice. Please, no practice.